Привет, привет, мои дорогие. Одно копыто оказалось лишнее. Ну, я думаю, что оно уже готово. Но оно прям выпирает. Там у меня копыто, две рульки. Ну, варю я холодец, в общем. А то вдруг кто не знает, от чего оно. Я думаю, да ну чё, Наташа? Ну, пусть будет. Лучше во мне выпирать, чем вариться еще дольше. Поэтому мы пожрем. И мне уже говорили, давно у вас не было копыт. Ой. Ну, оно, знаете, ну, оно не разваливается, но готовое. Поэтому жру с удовольствием. Конечно, мясо-то кот наплакал. Ой, я машинку забыла, дверь закрыть. Ну, что делать? Вот такая я забывчивая. Как тебе? Как? Что творится? Что творится? Дело мастера боится. Представляете, да, как можно жить? 30 рублей копыта. Сварил, сожрал. Кстати, сейчас я вам скажу, делал я лапы куриные. Ну, типа корейский, китайский, какая разница? Ну, не по-нашенски. Все-таки, я скажу, если их просто отварить и просто посолить, и просто сожрать без всяких соусов, они тоже очень вкусные. И не надо заморачиваться. Как и свиные уши. Отварил, сожрал и забыл. Ой. Зря я тарелку взял. Потому что, ну, они готовые, но вот, ну, не для этого студни, понятно. Ну, что-то опять это торчит. Ой, как вообще.
говорят, да, что я жру всякую херню. Вы попробуйте, как это вкусно. Это же обалденно вкусно. Вот тут как бы... Ой, горячо. Но я не отстану. Юля уже в обмороке, что я жру. Опять. В очередном. Да посмотрите-ка. Ну, честно. Мне кажется, у меня студень будет одно мясо. Сколько названий, да? Студень, холодец. Зельц, зельец, зельц. Ну вот, зельц тоже разные. Иногда купишь, он вкусный. А как-то я покупала из свиных щек, там вот один жир. И вот такой не как вот у рульки, даже у сала, вот он какой-то вот этот мягкий, фу. Как внутреннее сало, наверное, размешали. Смешали. Боже, будем есть вечером. Сейчас, правда, отмыться бы, но аккуратно. Что-то не подумал перчатки одеть. Ну, а как воевать в перчатках вот с ней, да? В общем, ладно. Это я порадую собачонку. Или все же с одной в одну горло сожрать. Скажет Наташа. Обжора. Так что у меня пока варится холодец. Я побежала губы красить. Собираться на работу. Больше у меня готов, но уже есть не хочу. Поэтому увидимся с вами завтра. Ну, вернее. Что говорю? Вечером. Всех обняла. Чмоки-чмоки ваши, Наташа.